С 13 по 17 марта в Заполярном состоится весенняя выставка верхней одежды норвежских брендов. Подробнее в нашем сюжете. Из-за прекращения поставок из Европы норвежских брендов одежды и действия ряда санкций, ее ассортимент в России стремительно сужается, а спрос растет. Спасает ценителей качественных вещей товарный остаток, который сейчас распродают по выгодным для покупателей ценам. Наша компания распродает товарный остаток с магазинов, которые закрылись. То есть это канадские, норвежские аляски, скандинавские, финские пуховики, облегченные дубленки. Также большой ассортимент на демисезон. Это кожаные куртки, плащи, пальто и облегченные куртки. Как мужские, так и женские. Размерный ряд от 40 до 76 размера включительно. Также про зиму мы не забываем. Представлены канадские, норвежские аляски, облегченные дубленки, пуховики и шубы. И все по ценам в 2, а то и в 3 раза ниже от цен, которые были ранее. На весну представлены сейчас греческие двусторонние дубленки от фирмы Геласина. Снаружи представлена хлопковая замша, обработанная лазером. Она не боится ни ветра, ни воды, выдерживает до минус 10-15 градусов. Внутри представлена овчина. Она является двусторонней, то есть ее можно вывернуть и спокойно носить другой стороной. Сегодня пришла на выставку, продажу норвежских верхней одежды, скажем так. Что подобрали, Наталья? Ну, подобрала благодаря молодому человеку, который, да, очень хорошо все рассказал. Как это? Пальто, да? Весеннее пальто. Чем оно вам понравилось? Ну, во-первых, мне понравился фасон, это раз, да. Вот, потом, что оно легкое, это два. И третье, что, ну, цвет такой необычный, цвет какой-то очень такой современный, скажем так. Такой. Да, мне понравилось, да, очень даже. Думаю, буду носить с удовольствием. Только 5 дней с 13 по 17 марта, включительно с 10 до 20 часов, норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Заполярном по адресу Мира, дом 6, в бывшем супермаркете «Корона». Ориентир – воздушные шары.